7 января текущего года, 2017 года, от правоохранительных органов пострадал Дамир Махмутов Дамир, и хотели заснять его телесные повреждения. Так, Дамир, расскажи, что, как у тебя, какие повреждения, что болит? У меня правое лицо не работает. Ага. Все чувствуется, но не работает. Ага. Мышцы глаз, онемели, мышцы, да, работают? Глаз, правый глаз не закрывается. Ага. И пломба, перифонка, она лопнула. Ага. И не слышу. Ну-ка, тоже давай крупным планом снимем. Правое ухо не слышит. Ага. Ну, мы вот тут видим, как от удара есть следы, либо тупым предметом, либо от ботинка, я так думаю. Вот сняли меня в КТ, там диаграмма, кажется, называется. Ага. И врачи там сказали, что точно не могу сказать, но они вроде сказали, что либо словно здесь где-то кость маленькая, ага, и она повредила нерв. Ага. Нервная система. Нервную систему, да? Лица, правую именно. Ага. И вот мне правый не работает. Правый, вот, правее губы не работает, и глаз не закрывается. И... Ну, врачи вообще какие прогнозы дают? Точно они не могут сказать, 100%, 50 на 50 говорят. Точно они там не можем быть сказать. Либо ты восстановишься, либо нет, остаешься, да? Точно не могут ничего сказать в данный момент. Ладно, Дамир, спасибо.